Почти 2 года прошло с момента трагедии в селе Мельницы Псковской области. Тогда, незадолго до Пасхи, почти полностью выгорел храм Архангела Михаила, построенный в XIX веке. И хоть на помощь приходу сгоревшего собора пришли многие, сил и средств на восстановление катастрофически не хватает. Оказать посильную поддержку и напомнить о проблеме решили энтузиасты из Петербурга. В Петербурге на сцене православного театра «Странник» прошел благотворительный концерт «Русь называют святую». Идея его создания появилась после знакомства одного из организаторов с историей сгоревшего храма и его настоятелем. Творили, что называется, всем миром. Кто-то трудился над афишами, другие разносили их по храмам города, а православный автор-исполнитель Валерий Малышев помог с организацией зала. Мне предложили поучаствовать в этом концерте для сбора средств на храм архистратига Михаила в поселке Мельницы Псковской губернии отцу Георгию Ушакову. У него сгорел храм, поэтому мы собрались, так сказать, вот такой своей дружеской православной теплой компанией, чтобы собрать какие-то копейки для отца Георгия на восстановление храма. Ну, что могли, как бы постарались все. Вот я приехал из Екатеринбурга ради этого концерта. Иноки молитву поют. Ты построил дом на песке. Гордости последний приют. Для тебя в ночи Господь. Порадовал зрителей своим творчеством и отец Анатолий Першин. Он без раздумий согласился участвовать в концерте, как только узнал, что предком настоятеля разрушенного храма был воин Федор Ушаков. Как хочется, чтобы любовь была. Кто сможет этот путь до конца пройти? Вообще надо привлекать внимание. Вот это один из способов привлечения внимания, в данном случае к беде, которая произошла у батюшки Георгия. Храм Архангела Михаила поврежден. Вот. Может быть, здесь даже будет один человек среди всех этих, который возьмет и реально, вот, или через него придет реальная помощь. Мы не знаем ничего, потому что пути Господни неисповедимы. По итогам концерта удалось собрать 18 тысяч рублей. Суммы не главные. Главное – участие и посильная помощь в благом начинании. И коль скоро не перевелись еще неравнодушные сердца, не за горами тот час, когда засияет солнце на куполе храма архистратига Михаила в деревне Мельницы Псковского района Псковской области.